В рамках совещания с участием Минпромторга Республики Татарстан и акционерного общества «Татнефтехиминвестхолдинг» состоялось обсуждение развития молотоножной химии в Республике Татарстан. Доктор химических наук Марат Зиганшин рассказал подробнее о развитии данного направления. По итогам вот этого совещания было принято решение о том, что сейчас будет сформирован пул неких запросов проблемных соединений от всех предприятий для того, чтобы уже на уровне руководства, видимо, республики, страны было принято решение о возможности поддержки, скажем, инициативных групп, которые могли бы взяться за развитие вот таких малотоннажных, даже микротоннажных, если мы говорим о десятках тонн всего лишь в год производства. На собрании была также озвучена проблема недостатка реагентов, которые, как выяснилось, необходимо найти в ближайшее время, либо заменить логистические цепочки их приобретения. Например, переориентироваться на Азию, либо создавать у себя. Большой интерес, конечно же, у всех вызвал вопрос о возможности развития вот такой малотоннажного, микротоннажного производства химических реагентов уже у нас на территории Российской Федерации. Также Марат Зиганшин затронул тему перспективы нефтехимической области в Республике Татарстан. По словам директора химического института в Казанском федеральном университете, есть группа, которая занимается разработками в этой сфере. Оно объединяет студентов институтов химии, геологии и нефтегазовых технологий. Виктория Козырева, Александр Кузнецов, Универньюз.